Утром 22 июня венки и цветы к вечному огню возложили представители городских властей, Черноморского флота и общественных организаций. У мемориала героическим защитникам Севастополя и ветераны, и школьники. 22 июня для жителей города – день особенный. Городские власти убеждены, что в наши дни сохранение памяти о страшных событиях Великой Отечественной войны особенно важно. Пока мы помним, будет мир. Как только забудет, будет война. Кто забывает свое прошлое, у того будущее довольно скверное. Сейчас, к сожалению, наступило такое время, когда история Второй мировой Великой Отечественной войны подвергается неукоснительной в средствах массовой информации зарубежных фальсификации. Вот для нас очень дорого, что на церемонии у нас присутствуют ветераны, реальные участники событий. Они живы, и они не дадут правду о войне извратить. После возложения общественники провели митинг «Реквием» и почтили память погибших минутой молчания. Июня в Севастополе прошло 12 массовых городских мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.